Здорово, пацаны. Привет, Андрей. Постой, ты ведь собирался в школу не идти? Да, я хотел, да предки отправили. Да ладно вам, пацаны. О, наша маршрутка идет. Димас, ты что-нибудь сделал? Нет, да кто в здравом уме сегодня домашку проверять будет? О, у тебя спрашивать бесполезно, не так ли? Ты прям провидец. Прям ты не знаешь, Сергей же вообще домашку не делает. За проезд передаем. Пацаны, передайте. Окей. Тебе мелочи подкинуть. Заткнись, Сергей. И хватит смеяться над Андрюхой за то, что он бедный. Хорошо. Передай. Дачу можешь себе оставить. Ой, я совсем забыла проверить у вас домашнюю работу. Ура! Ну ничего, вы же ко мне еще на последний урок придете. Черт! Что ты сказал? Я сказал, слава богу. Я все прекрасно слышала. А зачем тогда спрашивать? Ребят, постойте, я знаю, что нам делать. Нам надо списать, тогда нам не поставят двойки. А у кого в классе 6 человек? Бобра, он отличник и он в школе. Пошли! Привет, бобер, дай списать. Нет, не дам. Списывать плохо. Дай, иначе мы не будем с тобой дружить. А вы не дружите. А, ну да. Ну и что? Постойте, можно списать у Машки. Она вроде все делает. Привет, Маш, дай списать. Нет, я не дам вам списывать. Ладно, я знаю, что делать. Мы можем сбежать из школы. Да, пошли к дяде Мише, попросим его открыть дверь. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дядя Миша. Как дела? Плохо. А что случилось? Нам надо срочно уйти из школы. Я бы вас выпустил, учитывая, какой сегодня день. Но здесь поставили камеру. Вот черт! Придется спрашивать у 11-классников. Не надо, я знаю, как они сбегали. Они откручивали аварийную дверь в подвале. А где мы возьмем отвертку? Димас, не тупи, в кабинете труда. Ну так что мы еще стоим? Ребят, стойте на шухере. Пацаны, они сняли все шлицы с болтов. Да, нам остается только одно. А ты уверен, что это безопасно? Конечно нет, иначе стал бы я посылать туда Андрея. Но почему Андрей? Смотри. Мало того, что он рыжий, так он еще и бедный. Идеальная кандидатура. Пацаны, да быстрее разбирайтесь, тут ветер дует, я могу... Заткнись! Да как ты... О боже мой, они... Пацаны, я в порядке. Он в порядке, давай теперь ты лезь. Иди ты. Ну что, пошли? Что здесь происходит? Вот... Дети, вы же прекрасно знаете, что сбегать из школы плохо. Ладно, хоть не к завучу. Ага. Я пригласила сюда вашу учительницу. Войдите, пожалуйста. Да, пытались сбежать. Стоп! Знаете, сегодня я многое понял. Да ничего ты не понял. Все занятия важны. Даже те, которые кажутся глупыми или проходят в последний день. Молодцы. А сейчас валим, пока можно.